Сегодня во Дворце искусств праздновали день рождения промгиганта. На торжество съехались первые лица области и страны. С 45-летним юбилеем коллектив управляющей компании холдинга «Бобруйска Громаш» поздравил министр промышленности Павел Утюпин. Сегодня холдинг «Бобруйска Громаш» является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных машин в странах СНГ и Балтии, торговая марка которого широко известна далеко за пределами республики. Находясь в постоянном развитии, акционерным обществом ведется работа по модернизации производства, реализуются проекты, направленные на внедрение прогрессивных технологий и создание инновационной продукции. История предприятия начинается с 1974-го. За эти годы были и взлеты, и падения. Однако сегодня «Бобруйска Громаш» – одно из крупнейших предприятий машиностроительной отрасли города, области и страны, которое производит сельхозтехнику. Торговую марку завода хорошо знают в странах СНГ, Европы, Азии, Центральной и Южной Америки. «Бобруйска Громаш» в объеме производства в месяц отгружает больше 60% экспортной продукции на экспорт. Мы работаем с такими странами, как Российская Федерация, Республика Казахстан, Украина, Молдова, Сербия, Куба, Литва, Латвия, Финляндия. И это больше 50 стран мира, где поставляется наша техника. Лучшие сотрудники были отмечены грамотами и денежными премиями за добросовестный многолетний труд и вклад в развитие компании. К слову, на «Бобруйска Громаш» работает более 2000 человек. Поздравить коллектив с юбилеем родного предприятия приехали звезды белорусской эстрады. Гюнеш, Алена Ланская, Александр Солодуха, Валерий Дайнеко, Анастасия Тиханович, Иван Зданюк. Дорогие друзья! Пользуясь случаем, поздравляем весь холдинг «Бобруйск Агромаш» с юбилеем! Да, 45 лет, как там, опять ягодка, вот это хорошо. Столько же, как минимум, раз 5. Желаем вам удачи, разрастайтесь все больше, как говорится, и оставайтесь на позитиве, друзья. Чтобы в каждом городе был филиал холдинга «Бобруйск Агромаш». Дорогие друзья, я белорусский певец Александр Солодуха. От всей души и чистого сердца поздравляю всех вас с днем рождения, с 45-летием. Желаю вам всем счастья, здоровья, удачи, любви, продвижения только вперед и вверх. Даешь «Бобруйски Агромаш». Дорогие друзья, уважаемые сотрудники «Бобруйск Агромаш». А в моем лице, лице солистки заслуженного коллектива Республики Беларусь, оркестра ГУВД имени горосполкома, мы хотим поздравить вас с вашим юбилеем. Это замечательная дата, это большой день для вас, день образования вашего предприятия. И позвольте в этот день пожелать вам успехов, удачи, вдохновения. Ну и, наверное, все-таки как творческие люди мы хотим вам пожелать и творческих успехов, потому что любое дело – это творчество. С днем рождения! Людмила Любимцева, Максим Галенко, «Бобруйск 360».